друзья, всем привет, с вами как всегда я, профессионал енот, и сегодня со мной Фиалка, Нубик и Тюбик, поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Привет, ребята! Привет, друзья! Короче, как вы видите, у нас сегодня будет жесткая битва чанков. У нас здесь есть 4 странных чанка, собственно, здесь у нас есть странные боссы вот такие вот. Это, собственно, типа наши странные версии, там вот странная Фиалка, странный Тюбик. И, конечно же, странный Нубик. Странный вот. Нубик, да. Значит, сегодня все вот эти вот будут у нас странными боссами, которых мы будем прятать и, собственно, искать на других чанках. Если ты хочешь получить новый iPhone, крутую машину, мощный игровой компьютер или же конфетки, успей за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях слово «хочу». Раз, два... Успей поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях слово «хочу». 3. Выполнил все задания? Молодец! Последняя цифра твоего лайка и есть приз, который ты получишь. Каждый будет сам за себя. На 15-й минуте этого видео нам можно будет открыть черный подарок, внутри которого лежит подарок. Вот. Поэтому, да, пока его отложите, не трогайте. Вот. Начинаем прятать боссов и все как всегда, ищем сундуки. Начинаем прятать боссов. Давайте. И, значит, сейчас надо все быстренько сделать. Так. Мне вот интересно, кого завалят первым? Вот. Вот такой прям вопрос, прям интересный, да, интересный. Интересно, да, согласен. Я даже не знаю, куда спрятать своего босса, блин. Давай, может быть, здесь... Я знаю. Так, сейчас кое-что проверим. Вот сюда вот так вот отойдем. Вот так вот сделаем. Вот придется так вот немножко сюда постараться, конечно. Ну да, поработать придется. Так. Опа, хорошо, хорошо, замечательно, по-моему, перебор, да? Не, нормально. Подожди, сундук, так. Повезло тебе. Повезло. Имба сундук, просто лютейший. Вот какая-то классная. Прям реально имба сундук. Так, все, я, собственно, спрятал своего босса, я вылезаю, вот. Все спрятали или нет? Да, я спрятал. Я еще не спрятал, подождите. Ну, ладно, я, короче, буду копаться. Я ладно, не смотрел. Я копаюсь просто у себя, да, я тоже не смотрел, я у себя просто копаюсь в чанке. Теперь, значит, остается найти себе еще пару интересных вещей. О, подожди, что здесь? О, я тоже нашел сундук. Как везет. Так. Вообще имба, слушайте. Где же мои сундуки? Они точно у меня есть? О, так, ну-ка. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Фигня какая-то. Чё там у тебя такое? Да, не так классно, как у тебя. Да ладно, чё, у меня нормально. Может, у тебя когда-нибудь понятно, так что будет, у тебя нормально. Так, ну-ка, чё здесь? Чанки так темновато, кошмар. А у меня жёлтый чанк, у меня нормально видно. А у меня зелёный. Свет взять. Нубик, у тебя какой? У меня синий внутри. О! Голубой, да ну офигеть! Да я обязан победить! Мне такое тут уже навыпадало! Я готов ваших боссов искать. Так, ну-ка, чё? Да, это тоже надо. Это берем. Понятно. Берем. Интересно, очень интересно, что там тебе понавыпадало. У меня много всего. Вот прямо. Хватит хвастаться! Надо еще кое-что сделать. Надо вот так вот сделать. Опа, все. Ага, спасибо. Ой, что там такое? Да ничего, нормально все. Мне тут кто-то решил гранат покидать, походу. Либо нет, понятно. Это динамиты, это не гранаты. Это РПГ. Я слышал, как перезаряжается. Ну я даже знаю, кто это нашел уже, по идее. Так, ну-ка. Ой, а что там, у меня что ли? Не, а ну может, да, это у тебя было, это было не у меня. Ого! Так. Понятно, окей. О! Что это было? Ой-ой-ой! Еще нашел крутую штуку! Так, ну-ка. Это хорошо. Это мне нравится. Так, это мне все нравится. Окей. Надо, короче, искать еще кое-что. Да хватит! Во! Отстанет это тоже нужная меня тема. Так, здесь я все забрал. Что происходит там? Обезьяне знаю дали базуку, я понял. Как ты че? Что за? Че вы пялку носите? А вот ты и спалился. Теперь мы знаем, у кого есть базука. Вот. Это и так, по-моему, было понятно. Ну вообще, да. Да блин, мне надо еще кое-что найти. Мне очень повезло, просто енот. Ого, кажись, кто-то начинает стрелять. А что ты думал? Так, думал, что ни у кого оружия нету, да? Ого.
О, а что это за взрыв такой большой? Нормально у вас там заруба. Нифига, Нубик, ты копаешься, да? Это не заруба, это просто... Я тоже. Я просто копаюсь, спокойно, мирно. Да, никому не мешаю тут. Я тоже сейчас, короче, наверное, кое-что возьму. Вот да, так блин, вот ну, я нахожу, ну, много чего полезного, но не конкретно но то, что не то, что надо. Сейчас. Жиза! Просто лют! Да, блин! Я уже... Алло! Это что такое? Где то, что мне надо? Мне да, нужна одна меня... вещица. Тот так, же я, вопрос. Я, короче, нашел. Так, я сейчас буду идти. Ну, да, блин, да, снова не идти. То. Надо. Это прикол. Сялка, прости, но ты просто... Да я тебя не прощу, тебе вообще по жизни будет хана. Так. Ладно, ладно, не начинай. Фиалку разозлили уже там, походу. Так, что здесь? Ну, ё-моё, ну тоже не то. Ой-ой-ой-ой. Да. Что надо? Что не то? Кто ко мне прилетел? Что надо тут, а? Как ты знал, что я к тебе прилетел, а? Ты думаешь, я тебя не слышу? А? Он мог подумать это на кого-то другого, но ты сам спалился. Ты думаешь, я тебя не слышу? Ой. Угу. Классно тебе. Прости. Вот это мне тут уже развалили. Ё-моё. Понятненько так. Я решил сегодня, так сказать, поатаковать по полной. Покошмарить. Да-да-да, это нас, ты сейчас да? Подожди, сейчас. Смотри, чтоб тебя отдача не замучила. Ай, ну это да. Ну, он ребят. У меня тут роет, слышишь? Ага. Роет, роет по полной, смотри. Крыса. Понял. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы его вычерпаем оттуда. В броне он ходит, если что. Следите а, там да. за ним. Давайте тогда к Тюбику, чтобы это... его чанг там развлечь. Ага. Потому что я не могу его сейчас сделать, блин. План. А у меня плана никакого нету. Так, 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 ну-ка. Так, я сделал... ошибку небольшую. Ага, ага. Ты что, меня сейчас забьёшь? Ага, а что ты хотел? На, я его скинул киркой. А ты его скинул? Я ухожу. Ты за ним пришел сюда, да? Да, я хотел за ним сюда прийти. Короче, я нашел уже сумок 5 с патронами и не нашел оружие, прикиньте. Да, понимаю. Я нашел просто абсолютно все, что мне надо для поиска ваших боссов. Но у меня тупо нет пушки, блин. Даже пистолета. Нубик хотя бы там патронами. Вон эту штуку нашел. О, что здесь? Тоже я не могу попасть. Это что такое? Я тоже не могу по тебе попасть, хотя четко по тебе стреляю. И я такой же. Четко в тебе стреляю, тебе все равно. Может, вы оба мазилы просто, а? Нет. Нет. Еще одна, у меня 5 сумок с патронами. Нет. О, так. Да блин! Оп. Кто-то опять ко мне прилетел. Нет, не знаю. Тебе никто не прилетал. Да, 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 да. Расскажи мне, расскажи. Ага. Кто там ко мне никто не прилетал. Надо здесь срочно найти. Так, я надеюсь, тут на видео видно будет, где тут копается, потому что тут вообще нифига не видно. Вот. И, собственно, да. Надо здесь что-то куда-то, блин. Так, вот... ну и кто тут где? Здорово! Да ё-моё! Да отвали! Да не скидывал я тебя никуда. Да понятно. Ого. Мне вообще не дают найти. У меня оружие есть вообще на чанке? Мне вот интересно просто. Так, а что ты тут копаешься? Ага, я понял. Ты смотри, у меня тут две крысы уже завелось. Очень интересно. Нормально, нормально. Ну, наверное, шерстит мой чанк. Я-то него не сдержу, да? Ну, где пушечка-то хоть одна, блин? Я вообще просто я в шоке. Я уже там гранаты нашла, поэтому поищи там. Ага, гранаты нашла она. У меня тут нифига не находится, блин. Вообще ничего нет. Да, ну ё-моё, ну что это такое, а? Это здесь последнее уже? Да, последнее. Так, ну-ка, давай сюда копаем. Копаем, копаем, копаем. Я реально не могу. О, ну это мне уже побольше нравится. А мне ничего не нравится, у меня ничего нету. Может здесь? Понимаю. Это прикол? Не, наверное, сейчас подписчики просто все вообще в полном шоке, потому что я уже столько всего нашел, и, блин, это не то, что мне надо. Это реально да, какой-то прикол. Такое. Да не бывает такого, где хоть чем стрелять? Дайте хотя бы меч на урон, что ли, ё-моё. У меня вообще нифига нету. Вот просто ищи. Тупо. Кирка!
Уже скоро подарок надо будет открывать, а я еще даже никуда не выдвигался со своим Чанка. Скоро, еще 5 минут где-то. Ну да, еще почти 5 минут. Так, ну-ка, опа, сюда. Так, я понял, Нубик лазит на моем Чанке. Будешь его искать, да? Не знаю. Ты ошибаешься. Да ну неужели? Я ошибаюсь? Да, ты ошибаешься. У меня даже места нету, блин, чтобы это все дело сюда взять. Ты меня надурил, я тебя увидел. Вот это уберем, вот это уберем. Где ты меня увидел? Это возьмем вот так вот. Вон там, снизу. Опа, а это что? Ну ищи. Ага, гранаты. Нормально. Кажется, я нашел, где тут кто-то лазил. А я тебе правду говорю. Да? Так, Фила. Ну, Вик, мы с тобой оба, ну, блин, может, это скооперируемся, а? Нет. Куда? Я тебе скооперирую сейчас, нельзя. Это против правил. Да, да, нельзя, нельзя. А где эти правила прописаны? Прописаны у меня в голове. В голове. Так, в голове Нубика. Шестая сумка с патронами. Это мем. Да. Шесть сумок с патронами. Не, я хоть какую-то оружку нашел. Да это вообще... А я патронов никак не могу найти. Это так, тупо понятно. Прикол. Так, ну-ка вот так делаем. У меня тут кто-то уже лазит, что-то ищет. У меня тут всякие тут разные... Mm-hmm. Ну так, да. Ну ладно, это может понадобиться потом так, когда-нибудь. Так, тот, кого завалят, тот, собственно, ничего больше не делает. Да, просто тупо летает и как бы все. Наблюдает за происходящим. Эх, ну ладно, блин. Ой, тихо. Что такое? Да ничего, все нормально, я тут чуть не упал, блин. А, понятно. Аккуратнее ты там. Да-да-да, я тут чуть не упал, короче, прям тотально, ну-ка. Ага. О. Так. Ну-ка. Ага. Действительно. О-о. Так. Ну-ка. Сейчас мы все устроим. Ой, нет, это ошибка. Это надо заделать. О! Кажется, у кого-то проблемы. Печально. Проблемы, сы. У кого это? Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя! А, он меня сейчас забьет, да ё-моё, это перезарядка! Так, нормально. Я просто забила и все. Нормально. Давай, продвигаемся сюда теперь. Надо дожимать. Дожимать собрался, да? Хочешь фиалку выкинуть, значит, из боя, да? Фиалка, прости, но это... Фиалка тебе не простит, она будет защищаться до последнего. Я тебя сейчас в эту книжку поместил, понял? Я слышу, там что-то веселое появилось. Да, тут что-то веселое появилось, это правда. Ой-ой-ой. Вот это жестяк тут творится, если честно. Кто-то там сербает что-то. Слышите? Ой-ой-ой. Дурачок, на тебе броня. А, я не переживаю, мне... Я думал, что я не так быстро умру. Я думал, это тюбик-нубик. Я думал, то, что мне эти эффекты... Нет, фиалку почти добили. Да что я могу сделать, ребята, у меня патронов нету. Тюбик просто меня банит с самого начала. Он не давал мне время найти никаких припасов. А потом такой, вау, я нашел. Тюбик, у тебя тут проблемы, у тебя нубик копается. Он уже нашел твоего босса и обкапывает вокруг него. Да, ну тогда у меня проблемы. Ну да, так-то проблемы на самом деле. Вот. Ну да, потому сейчас что, я иду. Потому что проблемы. Так. Блин, чё ты его баете, шля? Я забыл, где я закопал босса. Да ладно тебе. Серьезно. Ой, я разбился насмерть. Разбился, да? Я упал. Тут накопали, блин. Ну все, я уже понял, что я проиграл второй. Да ладно. А фиалку уже все или нет? Ну да, я фиалку вынес. Фиалка, тогда не копай. А ты что молчишь об этом? А то фиалка тут копает, типа. Ну понятно. Ой, фиалка, прости. Ты просто первая. Ты уже в списках, все. Все понятно, короче, с ним. Я понял, что я не карандашом, а ручкой записан. Да фломастером жирным. Татуировку уже сделали там на бумаге. Я думаю, я ничего не найду интересного. Так, так, так. А где визер? Визер? А он где-то летает. Он на еноте Чанки. Серьезно? Братишка, давай, активничаем. Надо, короче, да. Надо, короче, поактивничать, потому что тут вообще жестяк. Ой, здорово. Ах ты! Ладно, ой, блин.
Ты куда собрался? Ну-ка, да, не надо. Да блин! Нубик, ты решил мне тут все уничтожить, да? Ну, я визера просто... Так визер ему помогал. Я понял, ладно, окей, давай, балуйся. Так, уже почти время открывать подаруночки. Ну, ну-ка, кстати, да. Ну-ка. О, блин! Тихо, спокуха. Нормально, я живой. Так, ладно, я пока побросаю мусор, живой. Который мне тут не нужен. Так, это ну-ка, ну-ка. Надо. Я, интересно, вообще хоть что-нибудь найду или нет когда-нибудь? Так, тихо. Опа, не то тоже. Так, это делаем вот так вот. Всё, время открывать подарки. Да. Опа, открываем. Забираем. О, хорошо, просто чики-бомбони. Так, это мы вот так вот делаем сразу. Так. Фиалка, где там они лазят? Ты можешь наблюдать рассказ. Опа. Понятно. Ну, баса нашли. Где этот тюбик находится? Ну, баса нашли. Тюбик, это ты нашел? Так. Получается, что два. Тюбик, тормози. Тюбик, тормози. Нубик предупреждает. Нубик предупреждает. Вау, хорошо. Так. Ну, не знаю, может быть. Опа. Понял. Опа, вот так. Давай, енот, не жалею его. Я не жалею. Наконец-то я смог найти этого босса. Но у меня нет оружия, поэтому это будет долго. Вот. Ага. Поэтому, как бы, да. Ага. Нубик сейчас... Нубик, все. А, енота! Тюбик, ты просто дебил. Все, ты не можешь бить. Не можешь, не можешь. Ты бьешь моего. Ты дебил. Тогда, получается, да. Я проиграл. Так, ну-ка, давай сюда. Я тебе сказал, ты тормози. Опа. Я думал, это ты бьешь моего. Так, ну-ка, давай. Давай. Лети к нему, Начанг, что ты тупишь? Так. Он попытается, может быть, найти моего сейчас? Или это он в него стрелял? Так. Нет, это Нубик стрелял. Так, он уже здесь, он уже, я слышу, он открывает сундукичи всякие. Это я просмотрю, что у него. А, это ты? Ах, ты меня... А, блин, оно пробивается, серьезно? Так, визер, не борщи! Не надо. Не надо, пожалуйста. Визер, борщи! Ты там все заложил уже. Заложил уже, да? А визер до сих пор живой? Но это не проблема. Так, ну-ка. Сейчас мы вот этого завалим. А, я понял, ах ты. Да. Полсердечка. Да. Так, а ты где? Так. Надо босса твоего залупить под вот этой штукой. О, на урон. Киркой забил босса. У меня ничего не было вообще, кроме снайпы. Потрясающе, оно силу дает. Я даже не знала, что это так работает. Ой, ребята. Вот это была битва чанков. Было прям реально люто. Это точно. Прям действительно жестко. Так, визера бы аннигилировать. Ну-ка. Ну-ка, да, чтобы он нам не дружок, мешал. Пирожок, уходи отсюда. Это жестко, енот. Вот так вот. Быстро разобрался с боссом. Додумался об этом сам в последний момент. Так, надо, короче, стать здесь и убрать себе все штуки, чтобы меня было видно. В общем, что? Вот такая у нас получилась битва чанков. Странная битва чанков. Надеюсь, она вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наши каналы. Ну и на этом все. С вами, как всегда, был я, профессионал енот, Фиалка, Нубик и Тюбик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья. Пока, ребята. Пока-пока. Пока, друзья.